вы уже догадались. Сегодня я с вами поделюсь своими пустыми баночками за август месяц. Итак, первое, с чего я начну, это вот самые объемные такие баночки. Персил Color Gel, мне он очень нравится. Персил я, в принципе, люблю. И Босс. Босс этот я, девчонки, показывала. Я его покупала в Магнит Косметик на скидках, да. В одном из обзоров он был. В общем, мне он не понравился совсем. Вот вообще. Без хлора, отбеливатель, пятновыводитель, жидкий. Сухой, мне нравится. Такой в голубенькой коробочке. Вот. Этот я израсходовала. Вот, видите. Запах никакой. Какой-то, ну, химии пахнет, но очень-очень слабо. Он подходит и для белых, и для цветных вещей. Но там жидкий. Но он вообще как водичка. И что ты его использовала, что ты его не использовала. Ну, в общем, я считаю, что пустая трата времени. Ой, времени, господи, пустая трата вообще денег, да? 1200 грамм. Вот. В общем, мне не понравился, не мама. Я думаю, сначала, может быть, ну, не так. Я его и с белым, и с цветным. И слабое пятнышко даже не отходит. Ну, в общем, не зашло мне это дело. Вот. И что у меня еще закончилось из таких вот пятновыводителей? Это ваниш, который покупала в Фикспрайсе. 500 грамм покупаю я уже не первый раз. Ну, раз на раз не приходится. Может, от партии какой-то зависит. Но, в принципе, вот или сухой ваниш, вот такой вот я беру, или сухой Босс. Но вот они так, ну, работают лучше всего. Или самое обычное мыло. Хозяйственное. Так, следующее, что я вам покажу. Как-то в покупках Глобуса. Нет, не Глобуса. Да. Супермаркета, да. Я вам показывала, что я приобрела вот такие вот два геля для душа. Их было три вида. Был еще грейпфрутовый. Но грейпфрутовый мне не понравился. Персик пахнет потрясающе. Знаете, как есть такие компеи на фруте с йогурты персиковые. Биомаксы. Вот прям действительно таким вот вкусным персиком. Лайм и ваниль. Немножко цитрусовый, но приятный, очень аромат. Но персик мне понравился намного больше. 62 рубля, по-моему, они стоили. Вполне себе такие вот нормальные. Я так понимаю, это их STM. STM это шифровать как, собственно, торговая марка. Can't play. Вот видите. Вот, мне кажется, это их STM. Ну, скорее всего, да. Quality for client.ru. Вот такой вот. Дмитровский производит, да, у нас. Местонахождение, производитель Уник Косметик. Ну, не знаю, что это за производитель, я нигде таких не видела, видела только в ДА. Очень неплохие гели для душа по приемлемой цене, вполне. Так, что у меня тут позаканчивается? У меня закончились всякие мои такие штучки для машины, ароматизаторы. Мне очень нравится ароматизатор Орион, а именно Sport Lux Gold. Очень классный такой аромат. Он, знаете, я бы сказала, наверное, более мужской. То есть таким мужским парфюмом пахнет. Всякие тути-фрути и прочее. Вот, кстати, у меня еще вот такая вот. И где-то там еще одна валяется. Это я покупала в Галамарте. Мне очень понравилось. Вот тут последний, как раз видите, еще пахнет, пока вот он у меня стоит. Забрала домой вам показать. В Галамарте мне понравился больше, чем... продается Магнит Косметики. И по цене он намного дешевле, по 69 и по 89 рублей, по-моему. Но покупка Гламарта я вам тоже показывала. Орион я в основном покупаю в автозапчастях. Обалденный такой мужской хороший аромат. Для тех, кто любит, присмотритесь, обратите внимание. Так. Вот такие вот у меня еще перчаточки закончились. Покупаю их в Фикспрайсе. Это прозрачные такие, знаете, да? Вот не белые, типа как хирургические, а прозрачные. Они хоть и называются хозяйственные. Я их использую для уборки дома. Бывает, меня мелкая поцарапает, ну, кошка, я имею в виду. И вот тут вот глубокая такая царапина у меня была, что прям так она мне пропахала, больно. Посуду-то мыть надо, убираться-то надо, но само же не сделается правильно. Ну, вот и я в перчатках как раз, вот для таких случаев я их использую. Следующее, что я вам покажу, это вот такой вот крем от Беленды, акне, дерматология, антиакне крем, day night, дневной, ночной. Это Беленда. Девчонки, крем очень хороший, мне понравился. Первый раз Беленду я заказывала, даже не помню откуда, по-моему, даже с Алика заказывала. А эту Беленду я уже пробовала из Файберис, да. Также я вам показывала, я гликолик заказывала себе
скраб, по-моему, полирующий этой фирмы. Он, по-моему... А, вот он, да, кстати, я вам сейчас его покажу. Да-да-да, вот он. Точно, он у меня тут лежит в корзинке. Вот, это я уже заказывала. И еще у меня не закончилось типа эмульсии, тоже от Беленды. В общем, крем обалденный. Особенно очень хорошо после того, как жестко так почистишь личико, да, на ночь намазываю я. Сначала толстый слой наношу, впитается. Лишнее я снимаю салфеточкой и оставляю на ночь. Мне нравится, как работает. Храню в холодильнике всегда все такие кремушки, чтобы они не портились. Вот этот гликоль витамин С мне понравился. Это эксфолиант. Эмульсия с эксфолиантом. Смотрите, она у нее очень специфический аромат. Она прозрачного такого мутноватого оттенка. Вот что-то желтоватое. С очень-очень мелкими частичками. То есть жестко-жестко прямо она не отскрабирует. Но она есть эксфолиант, обратите на это внимание. У кого будут какие-то воспаления, еще что-то на коже, отложите, не пользуйтесь. А лучше пользоваться, когда кожа у вас в более спокойном состоянии. Очень хорошо отшелушивает. И мне нравится, как она сглаживает рельеф кожи. На Wildberries самая адекватная цена была, когда я заказывала. Вот кому интересно, можете здесь вот посмотреть. Ставьте на паузу, посмотрите. Использовать надо, девчонки, за 6 месяцев. Что крем тот антиакне, что вот эту отшелушивающую эмульсию для лица. Я, скорее всего, ее повторю. Ну, сейчас у меня Avon пока в ходу, поэтому я повторю чуть попозже. Так, следующее, что мне очень понравилось, что я могу порекомендовать вам из пустых баночек, это спирулина. Заказывал я на аптека.ру. Очень бюджетная цена, по-моему, порядка 160, что ли, рублей. Ее хватает надолго. Мне хватило на 2 с копейками месяца, по-моему, так, с витамином Е. Регенерирующий, действительно, также после чистки. Я нанесла ее толстым слоем, и она очень хорошо сработала. То есть не было таких агрессивных каких-то у меня покраснений, еще чего-то. Мне понравилось. Но смотрите, обратите на что внимание. Здесь, вот можете посмотреть состав ее. Способ применения. Также поставьте на паузу. В общем, суть в чем, девчонки? Она достаточно специфически пахнет, мягко говоря. Вонючка. Темно-темно-зеленая. Я не знаю, тут видно будет. Темно-темно-зеленая. Такое ощущение, как будто... Вот, видите? Как будто вы водоросли намазываете на лицо. Ну и запашок такой же, чем-то тухленький, какой-то... Вот тухлыми водорослями пахнет. Ну, на мой взгляд. Может, кому-то и нормально будет. Поэтому, кто не любит такие ароматы, можете не смотреть в ее сторону. Лучше купить себе такие таблетки спирулина. Хорошо и для волос, и для кожи, и для ногтей, в принципе. Прочитайте. Но это как бы не совсем витамины, это БАД, если вы будете спирулина пить. Ну вот, также на аптеку.ру, по-моему, можно сказать. Да и в любой аптеке не продаются. Но цену, к сожалению, я не подскажу, потому что таблетки я себе не покупала, а вот масочка мне очень понравилась. Но из-за ее такого запаха я... наверное, не повторю эту покупку. Вот. Запашок меня отталкивает. Очень-очень сильно. В этом случае. Также аптечная покупка. Это вот такой вот шампунь-репейник от фирмы Флоросан. Я его покупаю с периодичностью. То есть я промыла курс. Вот один флакончик использовала. Все прошло какое-то время. Там месяца 2-3. Волос привыкает к своему обычному шампуню. Я опять репейник. Как бы нет такого, чтобы он, знаете, прям вот остановит вам выпадение волос. Ну, он неплохо промывает, очищает кожу головы, мне нравится. Ну, и, возможно, он помогает против выпадения волос. Ну, не знаю, мне репейник, в принципе, нравится. Но хватает мне, знаете, как я голову обычно мою в воскресенье вечером, а потом, когда во вторник. Вот так. То есть 2 дня, все, это максимум. Каждый день я стараюсь не мыть, потому что чем чаще моешь голову, тем чаще она потом быстрее она пачкается. Так, что еще у меня здесь такого из того, что мне понравилось? Green Planet – это размешанная жирная кожа, активно очищающий гель для умывания. Я заказывала его на Белорис. Он с нимом и кипреем. У него очень приятный аромат. Он прозрачный, здесь 90 мл. Достаточно густой гель для умывания. Вот эту покупку я, скорее всего, повторю, пока у меня есть... гель с нимом, гель от Avon и моя любимая умывашка от Yves Rocher, пока я пользуюсь ими, в зависимости от того, что моей коже нужно.
этот активный крем для умывания чем хорош? Он реально хорошо промывает кожу, практически до скрипа. При этом нет чувства стянутости кожи, он не сушит. И ватным диском, если потом провести, ну просто как я проверяю обычно все умывалки. Если я умылась и провела ватным диском, и он у меня грязный, тональниками я не пользуюсь сейчас, пудрами никакими, румяна, это крайне редко куда-то на выход. То есть голая кожа просто вот с пылью дневной, скажем так, да. И если ватный диск грязный, то эта умывалка не работает. Ну, это на мой взгляд, у меня такой подход. То есть вот эта вот штука работает, мне понравилось. И аромат приятный, и такой вот он хорошенький. И формат тоже приятный. Я обычно умываюсь в ванной, вот так вот выдавил, умылся. Пенится хорошо, мылится хорошо. И расход достаточно экономичный. Месяца два, наверное, я им пользовалась. Но я пользовалась им активно два раза в день, девчонки. Так. Что еще? Ну, об этом я много говорить не буду. Обычное средство для снятия фокус. Ку-ку. Так. Обычное средство для снятия лака и конта. Это из ТМ пятерочки. Как бы без ацетона, но пахнет он термоядерно, конечно. Но со своей задачей справляется даже вот такие вот песочные. Это Avon Ruby оттенок. Даже такие песочные лаки он, в принципе, стирает. Если немножечко ватный диск намочить, вот так вот приложить, да, подержать какое-то время, то так быстрее все эти песочные лаки стираются с ногтей. Так. Мыло Абсолют закончилось, которое я покупаю в фикс-прайсе. Мне оно очень нравится. Мне нравится еще с оливой. Как-то за 77 рублей я купила себе Сейфгард цветочный. Сейчас он уже 99, кстати говоря. Но аромат потрясающий, девчонки. Ну, мыло как мыло, очень вкусно и пахнет реально календулой, кстати говоря. Кому интересно, вы можете здесь состав посмотреть. Вот. Ну, состав такой не детский, кстати говоря. Но экстракт календулы имеет место быть. Так же, как прополис и алоэ вера. Вот. Запах, ну, действительно календулы. Удобный формат. Ребенок подошел, нажал, ручки помыл, дальше пошел. Так, что касаемо детей. А, Juicy Fruit, это сплат. Фокус. Ну, приди к нам, фокус. А, это укрепляющая детская зубная паста. Она bubblegum. Аромат у нее, вкус, видите, как у меня ребенок ее уже дожал, все. Неплохая зубная паста, но я вот обращаю внимание, чем старше детки становятся, тем уже как бы детские пасты надо такие немножечко посерьезнее брать, 80 грамм. Сейчас мы пользуемся уже Роксом. Так, следующее, кричит заведующая. От Avon у меня закончилась вот такая вот пенка для умывания, очищающая кислородная, Clear Skin, на каждый день для проблемной кожи, девчонки, обратите внимание. Технология Blemish Cleaning. А, ну, мне, знаете, мне она нравится. У них есть нутроэффект. Пенка тоже очень хорошая. И вот эта пенка тоже мне нравится. Она у меня заканчивается, и я практически сразу покупаю себе на замену точно такую же. Она хорошо справляется со своей задачей. Действительно очищает кожу. 150 мл. И вот ей можно пользоваться месяца 3-4. Вот этим вот флаконом. Ну, если не больше. То есть у нее очень-очень экономный расход. Очень. Там выдавил, она вот так вот где-то заполнена. До вот клески, вот здесь вот где-то, да? Чуть-чуть нажал на дозатор. Оп, у тебя полная ладошка пенки. Все, этого хватает для того, чтобы умыться. Поэтому присмотритесь, кто любит пенки и еще не пробовал эту именно. Также от Avon у меня закончился Aloha Mano Scrub. Это кокосовый цветок тиаре, скраб для тела. А цветок тиаре я очень люблю в средствах от Yves Rocher. Там потрясающий цветок тиаре. А здесь вот этот тире Aloha Mano, как вам сказать, гель я даже не помню, понравился он мне или нет, честно говоря, или я его кому-то подарила, не буду врать. Но вот этот вот скраб мне не понравился. Во-первых, я бы не сказала, что это скраб. Это, скорее всего, крем для тела с мелкими частичками. Но скрабируют неплохо. Тут и отдать должное ему надо, да. Вот. Но он более кремовый такой. Видите, даже вот здесь вот в краешках осталось. Видно, что он кремовый. Такой крем-гель. Но у него очень-очень такой вот прям приторно-сладкий и навязчивый аромат. Очень.
Ну, какой-то тут не такой тиаре, или, видимо, кокос не зашел вместе с тиаре. Ну, мне не понравился, честно скажу. Я не буду повторить такую покупку. Нет, в общем, вот, нет. Не понравилось. Это хорошо. Очень-очень вкусняшечка. Моя любимая. Я очень люблю гели. Это хорошо. Это манго с кориандром. Хотя и звучит, конечно, так, что кориандр, да? Но ничего подобного. Обалденнейший аромат. Такое ощущение, как будто вот рядом с вами взяли и надрезали сочный спелый манго. Класс. Здесь я пью 200 мл. Гель это хорошо. Вот это вот, не знаю, наверное, самый лучший гель. Мне они очень нравятся. И расход у них экономичный, потому что они густые. Так. Ате Фраше у меня много чего закончилось, Ате Фраше. Надо делать заказ, и у меня давно такого не было, что у меня так все позаканчивалось. Девчонки, несколько нот любви. Но заказ уже вместе с этими духами у меня вышел. Я вам показывала уже обзор, говорила, мы с подругой на двоих взяли по акции 1+1 себе. Вот эти вот духи, они очень классные. Тут, видите, капелюшечка осталась, я ее сейчас добрызгаю и покайфую. Потрясающий, стойкий, шлейфовый аромат. Просто вот, ну, не знаю, обалденнейший. У Ифраши, мне кажется, нет плохих ароматов вообще. Хотя вот я вам в обзоре покупок Ифраши говорила крайнего своего заказа. Ифраши август, я вам где-нибудь тут подсказочку оставлю. Вот, там я взяла себе аналог жасмина. Он обалденный, конечно, вкусный, но не совсем то. Но это кайф, это вот. Капельку надо домучить. Надо обязательно. Очень вкусные. Также от Ифраши. Сейчас. Секундочку. Нет. Сейчас. Дотянусь. Так. У меня закончился Evidence. Ой, да парфюм. Здесь у нас объем сколько? 50, по-моему, тоже, да? По-моему, да, тоже был 50. Это более утонченные. Более такие, знаете, женственные, более легкие, тоже очень шлейфовые, но именно более утонченный аромат. Такой потрясающий, вообще более нежный, очень классный. Такой я себе тоже уже заказала. Вот. Очень выгодно, 1189 рублей, по-моему. Номер бланка, девчонки, у меня там в обзоре тоже есть, поэтому закажите себе, кто любит, обязательно, там очень выгодно. Также у меня закончился вот такой вот крем Day Joyer эликсир. Мне очень нравится эта линейка, у них она обалденнейшая просто. У меня еще сыворотка здесь осталась на, наверное, совсем вот, ну, капелюшечка. Крем я как раз-таки сейчас нанесу. Видите, тут у меня, ну, вот он, на крышечке чуть-чуть осталось. Я сейчас нанесу. Аромат просто обалденнейший. Пахнет каким-то био-йогуртом, но очень-очень таким вкусненьким. С легкой кислинкой и такой зеленый свежий аромат. Обалденно. Я чередую эликсир вот этот с гидросерии. Увлажняющий такой, голубенькие баночки. Вот и тоник я вам тоже показывала. Вот. И сейчас жду еще один заказ. Как раз-таки там у меня придет кремушек на замену этому. По поводу вот этого эликсира, тут, девчонки, срок годности полгода. У меня вся эта история стоит всегда в холодильнике. Как только прошло полгода, появилась липкость. Поэтому тут у меня вот децл уже остался, и я добью, наверное, его на руки. Ну, тут пару раз на руки хватит помазать. Баночка сама стекло, пипеточка внутри пластик. Но это просто бомба. Крем я заказывала со скидкой, с огромной тогда, чуть какая-то акция была. Сыворотка сама пришла мне в подарок за заказ. Так что Ифраше. И это моя любовь. Так, по Ифраше, по-моему, у меня все. Вы видите, как много, да, всего тоже позаканчивалось. Как-то вот так вот все разом. Но, в принципе, парфюмерия у меня, знаете, по несколько флаконов начата, в зависимости от мероприятия, куда я иду, в зависимости от моего настроения, от погоды там и так далее, да. То есть не так, что я прям взяла и вылила за месяц на себя. Также вот у меня закончился сетираж. Это от Avon. Достаточно такой старый аромат. Его уже и не выпускают давным-давно. Лет так, наверное, 6 его не выпускают точно. Вот. Он мне напоминает мужской аромат почему-то. Что-то вот
В нем мужское есть. Ну, такой он очень стойкий, с кислинкой. Ну, как это еще описывать? Я не умею особо описывать ароматы. Вот. Ну, кто любит Эйвен, знает этот аромат, За ним тогда, когда мы узнали, что его снимают, в принципе, за ним везде все бегали, искали. У нас, как обычно, если время появляется что-то хорошее, это надо быстро снять. К сожалению, вы фраше тоже поснимали. Мои любимые. Момент счастья. Тендре жасмин. Печаль. Так, ну ладно. Вернемся к обычному бытовому. Кря-кря. Утенок. Туалетный стикер чистоты цитрус. Я как-то пробовала, но что-то мне не зашло. Вот тут покупала Магнит Косметик, также на скидках. В обзоре вам говорила. И знаете, мне понравилось. Здесь три стикера. Цена была, вот не соврать, 69 что ли рублей. Ну что-то такое. Плюс еще скидка была. И мне понравилось. Здесь пахнет цитрусом. Не знаю, конечно, сколько смываний хватает, я не считала. Но пахнет свежестью, вот этой вот цитрусовой, и держится хорошо, не отваливается, никуда не убегает. Вот, обязательно повторю покупку. Сейчас у меня на очереди домой остался, также покупала в Магнит Косметики. Посмотрю, чего на дольше хватает, ну, плюс-минус. Ну, наверное, вот, может, на неделю мне хватило одного стикера. Ну, примерно так вот. Сори, это у меня ноутбук ругается. Так. От Фаберлик. Я тут периодически, наверное, хвостом своим, да, вам мешаю в кадре. Просто наклоняюсь вниз к корзинке. От Фаберлик у меня закончился вот такой вот гель для стирки, концентрированный. На, хватает его на 20 стирок, как бы здесь написано, да. У меня хватило больше, чем на 20 стирок. Но так же, как и там сыпучих порошков у меня, открыт был и Фаберлик, и Персил, вот я его добивала. В общем, что хочу сказать. Мне он не очень понравился. Я вот не уловила восторга от него никакого, да, как есть вот некоторые в большом восторге. Он для цветных тканей. Вот сухой порошок, их вот этот фирменный известный обзор Фаберлик, я также вам показывала крайнего заказа, мне понравился всем. У меня подружки все заказывают этот сухой порошок, особенно тот, который без аромата. У меня муж от него в восторге, там и родители, как бы все. И мне он нравится. И в холодной воде он хорошо справляется. А вот этот, ну, что-то как-то, ну, не знаю. Нет эффекта вау, и цена не бюджетная у него, кстати говоря. Вот, если не по акциям, там, не по каким скидкам, 2 плюс 1 покупать. Ну, короче говоря, я не оценила. А, вот такой вот скраб у меня еще, девчонки, закончился. Это фитокосметик, видите, у меня такая палочка уже подуставшаяся. Народный рецепт, интенсивный уход виноградно-сахарный для упругости. С маслом миндаля и соком клюквы. Вот такая вот картинка у него. А внутри он выглядит очень красиво, вот такого малинового, виноградно-клюквенного цвета. Ну, вот как-то так. Он действительно сахарный. Аромат просто бомбически потрясающий. И когда вы его и в ручки берете, там на тело наносите, такое ощущение, как будто вы протертые сахаром ягоды наносите на тело. Просто он очень вкусно пахнет. Покупаю его в фикс-прайсе. Раньше стоил 55, сейчас, по-моему, 7-7. Вот такой вот. Лимонный не понравился. Ну, вот нет, никак. А вот эта вот бомба, мой любимый, я покупаю постоянно. Надо бы, кстати, в фикс-прайс ходить и купить. И ведерочко такое, кстати, прикольненько. Вода стоит. Где-то вот здесь скапливается у меня вода все время, я забываю про это. Так. Я многим, как бы, в некоторых обзорах говорила. Многим хотела сказать. Ну, многие, наверное, знают. Что пока я была в отпуске в Твери, у меня лицо обкидало все от местной воды Тверской. И вот я добилась синтомицин. Я использую его крайне редко, потому что это все-таки достаточно серьезный такой уже жесткий подход к своей коже лица. Линемент здесь 10%, 25 грамм. Но это не так, что я взяла там за неделю его использовала. Но потихонечку в рамках срока в холодильнике лежит. Но он очень хорошо помогает мне с подкожными проблемами. И с воспалениями тоже. Очень классный. Но не переусердствуйте и без рекомендации врача, девчонки, дерматолога, аллерголога, даже не суйтесь. Не надо. А то можете сделать себе хуже. Так. Вот такая вот масочка. Витекс. Косметолог и я, или косметология, как хотите. Шаур-маск.
В общем, эта маска, я сначала думала, что она будет глиняная, когда картинку увидела. Ну, иногда же бывает, о, увидела что-то, все хочу, мне надо, а чего там написано, уже потом пришло, и я особо внимательно почитала. В общем, эта маска, она для чего? Она для использования в душе. Она гелевая, достаточно такая густая, прозрачная, голубого цвета. И это для чего подходит? Для тех, у кого, например, вода плохого качества и очень сильно сушит кожу. Вы эту масочку нанесли, душку приняли, маточку сняли, и она действительно, ну, не за 60 секунд, конечно, но чуть-чуть она увлажняет кожу. Насчет глубоко увлажняет, улучшает дыхание клеток. Вот смотрите, улучшает дыхание клеток. Это, конечно, все сказки. Здоровое сияние тоже сказки. Гладкость, да, дает. Вот я по себе обратила внимание, потому что у меня рельефная кожа. В общем, маска неплохая, но у меня вода, как бы, у меня дома хорошая. И она не сушит кожу абсолютно. Я в такой маске не нуждаюсь. Я ее вот израсходовала, использовала. Вот можете здесь посмотреть. Текущая, насыщенная, да, обволакивающая текстура, действительно. Вот, у кого есть такая проблема с плохим качеством воды, которая именно сушит, а не обкидывает, как у меня было это в Твери, то вот присмотритесь к этой маске и на Белорис, или в любом магазине, где белорусская вот эта вся косметика, можете там купить. Так, девчонки, осталось совсем чуть-чуть. Сейчас я вам покажу. Несколько раз я вам рассказывала уже, что я в Пятерочке покупала вот такие вот патчи гидрогелевые. Там по 3 пары стоят, они, по-моему, то ли 44, то ли 49 рублей. Когда у них скидки, так вообще со скидками. Там вот эти, я имею в виду, на нон-фуд, на сопутствующие товары, на косметику, на химию. Ну, вот, 3 штучки по 10 грамм. Очень, кстати, неплохие патчи. Они есть, эти anti-dark circles от темных кругов. Есть они еще антивозрастные и еще какие-то. Не помню, 3 вида их точно есть. И для губ у них, по-моему, появились именно у этой фирмы. А это у нас, как они тут, Лимей. Вот, Лимей Бьюти. И очень бюджетная цена, кстати говоря. Так. Вот пробничек про тот самый парфюм, который я вам говорила. Plein Soleil. Это Yves Rocher. Это в пробнике, вы знаете, он очень похож на жасмин, прям на 98% схожести с тендре жасмин, снятым с производства. Но когда я получила полноразмерную версию 100 мл, я поняла, что там жасмин, может, где-то рядом пробегал. На самом деле полностью другой аромат, просто есть схожие ноты жасмина и не более того. Он не настолько густой, не настолько насыщенный, не настолько шлейфовый, как изначальный тендре жасмин. Так. Еще одна вот такая вот вонючечка. Вот это, кстати, Tensi. Это из Magnit Cosmetic. Она намного хуже, чем вот это вот из Галамарта. Это действительно пахнет Tutti Frutti. Нет, это Bubblegum. А вот это Tutti Frutti или наоборот. Ну, в общем, они должны быть очень вкусные, жвачные ароматы оба. Из Галамарта классная, мне нравится. Из Magnit Cosmetic. К последний раз, когда вот там чуть-чуть оставалось уже, совсем чуть-чуть, я еду, не пойму, думаю, господи, кого я подвозила? Ну, кого-то из коллег, может, кто-то пиво пил. Знаете, вот есть вот эти вот пивные напитки всякие, яблочные, там еще какие-то, ну, вот такие, которые достаточно так, ну, пахнут резко. Думаю, чем меня воняет в машине? Пиво, что ли, кто-то пролил или кто-то пил? Потом до меня дошло, что эта вонючка стала так пахнуть. И, в общем, караул. Я ее кинула в багажник, и она там у меня... Открываю багажник на следующее утро. Думаю, может, показалось, нет. А там у меня так пахнет. В общем, короче говоря, все. Она у меня пролежала. Уже на балконе она у меня пролежала, выветрилась, и все. И больше ее покупать не буду. Это Tensi. Девчонки, наверное, последнее, да, что я вам покажу. Это кошачья вот такая вот тема. Морков. Это я покупала в Перекрестке. Это тоже их СТМ, собственная торговая марка. Мешочки для лотков одноразовые. 45 на 55 сантиметров, 5 штук здесь. Девчонки, знаете, какая классная вещь. Я сначала думаю, да ну, ерунда какая, мешки, в горшок, в лоток, да ну. Очень-очень плотный там полиэтилен. Как она не копала бы, как она не драла, он не рвется. То есть, ну, как, прошу прощения за подробности, киса сходит, там дело свое сделает, я сразу убираю. Вот, я не засыпаю наполнителем, я сразу убираю все это, и все, у нее чистенький туалетик. Вот, но когда меня там нет дома, допустим, прихожу, или все равно все это пропитывается, не появляется легкий запах, я не жду, когда там горшок начнет блухать на всю квартиру,
Ну вот, я часто очень меняю ей все это дело. Просто взял вот так вот, собрал этот мешок, завязал, и все. И лоточек чистенький, и удобненько вы выкинули, и вообще красота. Очень удобно. Он очень плотный, и вот видите, как тут нарисовано все. Раз, два, три, мешочек убери. Классная штука, продается в Перекрестке. У них, кстати, есть доставка. На нашу территорию, к сожалению, нет, поэтому крайне редко, когда я там бываю, вот, надо будет еще купить. Вот такие вот у меня были пустые баночки в августе месяце. В принципе, кроме Алоха Маной, наверное, и нет ничего такого, что мне не понравилось. А, да, вот Алоха Маной и спирулина. Так себе. Это из средств для тела и лица. И Босс это из средств для ухода за бельем. Остальное все очень-очень даже... Я с удовольствием использовал, и Фраше это вообще отдельная история. Пишите обязательно в комментарии, что из этого вы пробовали, что тестировали, вам понравилось, не понравилось. Вот, в общем, делитесь со мной, мне будет очень приятно почитать ваши комментарии и ваши отзывы. И на этом все. Я с вами прощаюсь, желаю вам отличного настроения и берегите себя. Пока-пока!